Ну да. Так, друзья, находимся в музыкальном магазине. Есть? А сколько стоит? 16 лет. Отлично. Сейчас берем вот такую вот гитару. Небольшую. Получается 100. 100 лет все вместе. 50 евро. Угу. Смотрим, что из-за этого получится. Гитара стоит 84 лева, то есть это будет 42 евро. Для телевидения снимаем. Вот. Да. Так, и берем еще чехол хороший. Майтла. С этим? Да, обязательно. Да. Без ручки не может быть. Я вот такой вот чехол. Хорошо. Отлично. Отлично. Не, нормально. Чуть поменьше. Ага. Помаленьку, чуть-чуть. Да, вот этот, кажется, как раз. А, этот здесь. Нет, этот нормальный как раз. Сейчас проверим. Этот хороший. А настраивать гитару кто будет? Пушкин? Надо такую настройку эту купить. А настройка искать? Настройка мне не нужна. А, не нужна? Пушкин. Я что, не умею настроить гитару? Я не знаю. Умеешь? Зачем мне вот эта вот штука? Ну, не знаю. Чтобы настраивать его. Не нужна мне такая штука. Окей. Някой умеет досверять, но не может настраиваться. Да. Не каждый может настраивать. Да, не каждый может. О, может? Отлично. Спасибо. Отлично. О, как раз легкая. Ай. Походная. Да. Рыбь. Все. Все. Теперь 2 дня не будем есть. Да. Ну а что делать? Тяжелая жизнь у бродяг. У телевидения жизнь очень тяжелая. Получается 100, да? Да. Вот такие вот дела здесь у нас происходят. Сейчас примерно вам покажу классическую гитару, сколько стоит. Так, просто чтобы было для информации. 290 левов. Это получается ровно наполовину, конечно, обязательно. Это ровно наполовину. А можно тоже чем взять? Вот это вообще интересно. А, это закрыто у них так специально. 290 левов, это 140 евро получается. Такие вот дела. Чек. Да, на всякий случай, это вдруг. На, держи аппарат. Все, будешь теперь играть. Хорошо. Буду с тебя делать звезду наконец-то. Всего хорошего. До свидания. Запишу вам сайт. Есть ручка у вас? Да. Чтобы вы знали, какое телевидение смотреть. Это ваш сайт, а я вам свой напишу. Ручку, если хорошо. Можно. А вот ручка нормально пойдет. Ага. Все. Сайт. Можно здесь. Да, вот тут. Интернетом пользуетесь? Да. Отлично. anzor.tv. Всего хорошего. Счастливо, да. Так, друзья, покидаем музыкальный магазин. Находимся в центре города Варны, вот. Практически в самом центре, от самого центра 2 минуты здесь идти. Ну что, нормально? Да. Пойдет? Да. Все. Пойдем дальше тогда. Так, нам сейчас нужно взять эту карту. О, пулемет нам не помешает, кстати, в дороге. Вот такой вот Максим, хороший пулемет. Да? Нам, знаешь, что надо? Нам надо того, Красимир. У нас, друзья, Красимир, откуда мы приехали, в Балчике живет. Вот, он хочет сейчас купить, по крайней мере, сказал, что будет искать машину. Или что, ну, в общем, одним словом, чтобы поехать с нами в Голливуд, солнечную Калифорнию. Хочет присоединиться к нам, одним словом. Вот, я думаю, будет прикольно, если мы на этой машине поставим вот этот вот пулемет, да? Вот сзади, да? Да, сзади пулемет. Если какой-нибудь гаишник вдруг посмеет остановить нас. Да, сразу расстрел на месте. И сразу, сразу деньги будет отдавать. Сразу деньги будет отдавать, да. Его дела. Так, сейчас нам надо пойти карту телефонную купить. Иначе мы здесь не сможем, нам надо звонить. Надо делать много звонков для поиска жилья. Квартиру, чтобы найти, потому что гостиница жить немного нам сейчас по бюджету мы не укладываемся. Вот надо сейчас чуть-чуть понизить бюджет,
чтобы дальше уже можно было, скажем так, двигаться дальше. Ну что, пока все, друзья, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию, находимся в Арни, в Болгарии.